Вот так вот выглядит шарантская дыня на грядке. Выглядит очень много плодов. Они очень сладкие, как я уже говорил. Вот посмотрите, даже треснула, перезрела уже. Сейчас я ее сорву, будем ее кушать. Вот зрелый плод. Созревает уже полным ходом. Сегодня 31 июля. Всем рекомендую такую дыню. Очень урожайная, супер-супер сладкая.